нет у микрофона Веля со мной сегодня. Рош, салам алейкум! Салам алейкум, братик! В общем, дамы и господа, мы будем играть дуэль, но обмениваться самыми дорогими скинами, которые у нас есть. Мы будем играть на карте провинция, на новой карте провинция. Мэнчик, как тебе вообще вот типа новая карта? Вот давай, вот мы поиграли сколько там, 2 месяца или месяц, да? Как тебе новая карта? Супер сбалансированная. Вот нету такого, что тебя закрысят очень сильно. Это супер классно, брат. Я тебе сразу буду оставлять, предупреждаю сразу, буду оставлять тебе чаще всего говнодроп, чтобы ты проиграл и чтобы я выиграл. Крутой стендапер. Хорошо. Мега крутой стендапер, а ты нет. Хорошо, брат, договорились. Все, я скинул тебе пушечку. Блин, как я давно не играл дуэль, но не обменивались скинами, типа это вообще имба. А вы тоже сталкивались с проблемой, когда вы хотите скачать какую-нибудь игру, фильм или музыку, а на вашем смартфоне попросту не хватает памяти? Лично я с такой проблемой точно не столкнусь. Все потому, что у меня есть Realme C55. Ведь этот чемпионский смартфон имеет 256 гигов накопительной памяти и 8 гигов оперативки. Все игры будут летать. На борту этого чемпиона Helio G88, а экран 90 Гц. Теперь я точно смогу апнуть легенду в Stand of 2. А пока я буду устанавливать все мои любимые игры. Могу скачать еще и фильмы, и музыку. Круто, что цена Realme C55 всего 16 990 рублей. За такие характеристики это имба. Ссылочку на него оставлю в описании. А, ребятушки, не забываем лайк, подписка на колокольчик, плюс комментарий. Как говорится, ставь лайк, если любишь маму и Stand of 2. Это обязательно. Во-вторых, Rush, канал Rush, по ссылочке в описании. Залетайте, подписывайтесь. Подписочку. Все дела. Так, слушай, ты мне... уже скоро. О, дядь, вот эти вот долл-береты, они тебе выпали из баса, дядь, это имба-береты. Да, да, брат, я сейчас не зря за Т зашел, вообще классно придумал я, да? Ты еще бомбу поставил, ты еще дура... Опа. Друголейчик, дядь! Какой я косой! Да я только проснулся просто! Еще не идет игра, сейчас разыграется! Да, 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 да. Я проснулся, я еще не попукал, не покакал. Знаем мы таких, знаем. Я попукал и покакал, если что. Ты попукал и покакал? Молодец, юмор. Даже пописил. Да, ты чё? Не, ребята, ну вот это я считаю, за день такой удался. Лайк, за такой лайк. Мы сейчас за все лайки будем просить. Так, хорошо. Чтобы тебе такого интересненького сейчас скинуть, такого классненького, чтобы... Я знаю, если ты умеешь с этой пушкой играть, ты меня прямо, ну, возьмешь и разорвешь прям. Ты спас не оставил? Да ты откуда? Ты стрим-снайпер! Ты стрим-снайпер, ёбаный! Ты стрим-снайпер! Выключай! Выключай, дурак! О, понятно, спас-то не новенький. Мне из нового батл пасса. Велясик-то зажался, поставил. Брат, мне из БП выпал кал, понимаешь? Благо, что типа эти, ну, ножи нормально. Да ты заколебал ставить бомбу, дядь! Я только выхожу, ты уже бомбу поставил. Так, друголёсик. Да ты где? А я знаю, где ты, а я знаю. А, нет. Я за игреком, брат. Я не знаю математику эти ваши, эти физики. Одним выстрелом, друголёсик, но ты разбудил моего зверя киберспортивного, дядь. Давай положим его обратно, там пусть полежит, еще поспит. Не, братик, все, вот. Вот поднасрать, я тебя сейчас поднасру. Я тебя тоже поднасру, брат, нормально. Ладно, хорошо, главное, что счет 1-1. Кстати, ребятушки, как вы думаете, кто выиграет в этой просто умопомрачительной дуэлечке? Конечно я, пишите, что я выиграю, реально. Пишите, что я выиграю. Нет, пишите, что я выиграю, брат. Нет, пишите, что Веля выиграет, ты же самый лучший игрок в Stand of 2. А Rush, он вообще не очень. Опять синхронизировались мыслями, кажется. Подожди, давай. Да как у нас? Как у давай? Как у нас с тобой синхронизация прошла? Мы что с тобой братья? А вдруг? Ну, естественно. А вдруг мы с тобой братья? Нет, нет. Куда я стреляю? Какой конченый я просто. Ладно, брат, это поддавки были. На самом деле, брат, я просто... Все зрители знают, что я крутой. Да я, не надо, не говори мне, не дави на мораль, я сейчас скажу, что ты... Я просто два раза выстрелил, я даже не особо даже не старался, дядь. Понятно, понятно. Но это, брат, это как бы, ну ты не обовен, давай сразу к слову. Ты... Вот это сейчас было... Ты обовен?
Ты разлогинься. Попукал или попутал? Я покакал. Я тебя знаю, брат. Оставил тебе пулькострел такой, знаешь, типа, который, блин, пластиковыми пульками стреляет. А я тебе тоже пулькострел оставил, но только он, ну, не пластиковыми пульками стреляет, понимаешь? Нормальными? Нормальными. Блин, ну дядь, серьезно. Джаггернаут Синдер. Блин, да ты вообще все вытащил из батл пасса. Ты что, офигел? Да. Я понял, согласен. Джентльменовские раскидочки. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, а я вот так. Я вот не смотрел ролик от Джента раскидки. Не-не-не, так я. Так он меня учил их! Ты чё, блин? Говоришь пульками! Ты говоришь пульками, да брат! Это просто соп, дурак, конченый, и все. Что у меня? Соперник, дурак у тебя просто. Брат, ну это ты. Да, понял. Так, хорошо, хорошо. Хватит вот этих побед с тебя. Брат, ну вот, давай, за сторону УКТ это самое дорогое, что у меня есть. Блин, я кое-что не купил. Блин. Это сам. Ты не купил броню, дай-ка да, это, угадаю. Нормально, все. Ну, брат, ну. Ну тоже не покупай, ладно? Откуда у меня? Откуда у меня флешка? Да. Ты мне еще флеш! Дядь, ты накакал, так ты убирать будешь? Ты офигел, ты накакал на. Брат. Всем внимание! Раш накакал! Прием! Чтоб все знали! Раш накакал! После этого я хочу себе GoXLR. Блин, брат, я не знаю даже, как тебя убить в таком, ну, типа, раскладе. Да, как профи. Как профи? Блин, ты мне даже смог не скинул, чтобы я ниндзя дефьюз сделал. Ну ладно, давай так. Смотри. Хоба. Хоба, брат. Господи, я еще и не попадаю. О! Где бомба? Брат, я просто грибобас. А, не успел, не успел, не успел, не успел. А, нет! Не успел, нет, не успел. А, ну как так? Брат, какой я гриб просто. Я только проснулся. Ну как я не... В смысле? А я чего тебя так долго убью? А, ну да, я стоял. Брат, кстати, я хотел сказать, что если я проигрываю, ты мне даришь сегодня Sport V2, правильно? Наконец уже. Ты же мне обещал. Когда я тебе обещал Sport V2, дядь? Ты мне много раз говорил, что ты Sport V2 мне подаришь. Блин, но если ребята поставят 50 тысяч лайков, я тебе подарю, ты сейчас серьезно? Я сейчас серьезно. 50 тысяч лайков я дарю тебе. 50 тысяч лайков и Sport V2 мой? Да, да, да. Пацаны, я сейчас на колени встану, брат, подожди. Пацаны, надо поставить лайк! Ты куда? Раш, ты куда там... Осуждать, Раш? Не, ну если зрители поставят, собственно, 50 тысяч лайков, дядь, ну, рил. Сколько там Sport V2 стоит? Ну, где-то в районе 50 тысяч, поэтому, ну вот все, один лайк, одна голда, получается. Один лайк плюс один сантиметр. Да. Один лайк, ну, одна любящая мама. О, осуждать, ты чё? Эй! Я не... Ты прям... Брат, вот сейчас, ну вот, ну, ну, ну вот, Габелла, смотри. Я тебе сейчас, знаешь, что скину? Чё? Чё? Угадай. Ты? Угадай, что ты сейчас. Угадай, где я? А я тебе скину без я, скина. Я дома, угадай. У тебя нет скина? Да, на одну пушечку нет скина, я тебе скину. Ты мне скинул. Фу-позорник! Я угадал, что ты скинул. У ты тебя скинул. Нет скина! Ты скинул мне UMP. Чувствую. Нет. А, нет! О, когда ты мне его подаришь? Да в смысле, дядь? Мы на 50 тысяч лайков договаривались в Sport V2. Узнаю мой блэкспотик сладкий, конечно. Так, и ты опять бомбы ставишь. Ну, конечно, брат. Ну смотри, у тебя всего лишь USP. Вантапа, ищи в голову. Ты хотел сказать. Давай. Ну-ка. Да где ты засел? Брат, слушай, я ассасин. Что? Я обучался в ассасинской академии. Я умею ассасинить. Я тебя ассасинил. Я так у тебя ассасинил, брат. Просто жестко ассасинил. Веля, не ассасинь больше. Эй! Веля, не надо, вылези из поста. Осуждаю. Такие же.
Ну я это, типа, ну ты играл в Assassin's Creed, ну я типа... Assassin's Creed? Брат, ну что это за приколы? Я просто как лошара голимая сливаюсь. Я тебя обычно вообще тра-та-та выношу. А что сейчас со мной не так? Ты меня тра-та-та? Да. Нет, брат, посмотри сейчас насчет кто кого тра-та-та, понимаешь, друголёсик? Это пока что везет, брат. Блин, а что тебе такое? Я уже забыл, что я тебе скинул, брат, какое тебе оружие скинул, блин. А я тебе какое скинул, блин, что-то забыл. А... О, ладно, понял. Ну конечно, 27 дамага, ты мне... На мне сразу 2 плента. Залетаю в Stand of 2. Это лучшая игра. Фактиш, брат, фактиш. Брат, ладно. Full facts, бро. Дам тебе шансик, мальчик. Что ты мне скинешь? Наконец-то нормальное оружие. Ой, не наконец-то... в ту сторону побежал, блин, тайминги всрал. О-о-о, брат, а я на плюс В бегу, родной, я бегу. А я тебя видел. Привет, а я Леля. Уже... А я слышал тебя. А я тебя видел. Ты а я слышал. А я видел. О-о-о, это, господи, этот Туирс? Дядя, сколько сейчас? 4, по-моему, тысяч Туирс стоит. 8! Нифига себе! Так, раскидочки, инвестиция. Поехали от Джента. Давай. Опа. Ты прям, давай, прям старайся. Ладно. Ты прям старайся. Ты давай. Прям хорошо играй. Чтоб ну, ты братиш... понимал, ты сейчас пикнул меня плечиком, и тебя да. даже не видно было. Ну, да, то, у меня из плечика убить. Вылез АКР, и я, короче, прям плечиком стрелял, брат. Тихо. А, я уже натопал, да? Не знаю. Я сзади тебя. Хочу. Я сзади тебя. Обернись. Вы не верите. Обернись. Да зачем мне оборачиваться, ты дурак? О! О-о! А, дигл. Ты дигл мастер? Да. Да, ну, не... Так, ну как? 42! Я сколько? 3 или 4 раза попал? 3 или 4 раза? Да сколько не попал, я по себе хаешку кидал. Ты дурак, что ли, совсем? Нет, я попал! Зрители все видели! Я попал! Все, не видели, парни. Зрителям я ж попал. Не пофиг на меня! Зрителям не пофиг! Всем привет, с вами Демон. И Андроид. Ну ладно, пофиг. Зрителям не пофиг на меня! Кто-то выкупает за эту шутку? Я очень надеюсь, что чувачки выкупают. Так, ладно, полетели. Салама алейкум. О, ты мне скинул мой дигл, спасибо, брат. Ну, ты так... очень Нет, добрый. Брат, у меня просто такой же, я не стал деньги тратить. Да ну. Да, брат, вот брат, это... Брат, что, тебя, что, что? Флешку я тебя не оставлял, это раз, начнем с этого. А я флешку не кидал. А, это я кинул. Ты мне да. Ты оставлял. Брат, это... Ну блин, мне не нравится проигрывать в этих играх. О, Саламон! Блин, а смотри, что ты видел, что на меду поставили, кстати, на новой провинции? Чё поставили? Выйди, посмотри, я тебе покажу сейчас, выходи. Чё, давай я сейчас выйду. Ты чё, дурак, что ли, запатил меня? Как ребенка ты меня развел? Ну ладно, я припомню. Давай, тебе бро. Когда-нибудь. Вот мы с тобой встретимся в реал лайфе. Так. Я припомню. Хорошо. Ну конечно же, я тебя скинул! Это лучшая игра! Я тебе скинул свой Riot! Он стоит как автомобиль! Это я, крутой стендофер, в отличие от тебя. Извини. Сейчас я выигрываю пока что. Брат, все, я, ну так, брат, ладно, хорошо, попробуй брат. Выиграть с этим, самое, как говорится, дорогое, ну вот попробуй вот с этим выиграть, хорошо, я вот брат. Тебя скинул. Там я, это, посмотри, что на меду добавили, иди сюда, покажу сейчас. Не-е-е, я больше давай, на... Давай, брат, о. Выиграю. А, выиграешь? Ну, наверное, не факт, конечно, но постараюсь. Ну, попробуй, братанчик, попробуй выиграть. Да нет, дроп у тебя в целом такой себе, брат, так что... Да? Это, выиграть я еще могу. Че думаешь, выиграешь? Думаешь, выиграешь, да, меня? Смотри, я вот сейчас...
Я вот сейчас, я иду тебя искать. Я сейчас тебя найду. Ты думаешь, меня выиграешь? Дурачок, я ж тебе бомбу скинул, блин, ты че, дурак, что ли? Ну, да. Я тебя как лоха сейчас выиграю, брат! Время на меня играет, брат. Я тебя сейчас как лоха выиграю, братанчик. Сейчас, где ты у нас, братик? Ты, наверное, через площадь прошел. А ты знаешь, что ты не можешь мою бомбу брать, да? Ну, ты же мне ее скинул. В смысле? Ну, время на меня играет, брат. Ну, это так. На секундочку. Ты же ее не можешь забрать, это же мой дроп. Айсик, брат, айсик, я уже выиграл. Я чувствую себя таким дураком. Стоп, ты реально не подумал о том, что тебе надо будет ставить пачку? Нет, я подумал о том, знаешь, что, типа, ну, я убью тебя, типа, да, вот. А ты там стоял с ножом! С ножом стоял! Так а с чем мне еще стоять? Ты мне ничего не оставил! Так у меня был М40, я бы тебя бы забрал бы! Ну, не повезло. Бывает, не фартануло. Брат, ты не расстраивайся! Не расстраивайся! Я иду! Брат, сейчас прям жестко уничтожать стендов 2. Смотри, ты готов? Не надо уничтожать стендов 2! На, держи. Держи, брат. Держи. Кто там победитель-то, чемпион? Мы до 10 раундов играем. Не, кто чемпион-то? Ну, брат. Я чемпион! А еще, кстати, я же придумывал эту рубрику когда-то, да? Брат, два раза дроп повторять нельзя за одну сторону. Ну, это так тебе, на секундочку просто, что, ну, в целом, ты не сможешь это, ну... Подумай сначала, брат, а потом можешь говорить. Я хотел сказать, что ты пачку мне не сможешь оставить, брат, еще разочек. Ты хотел сказать, а я поду, а мы, а там... Брат, чтоб ты понимал, я тебе оставил ровно то же самое. Нет, ты мне не оставил, что там, гранаты, да, получается? Да, я только это доставил, только молоту. Я понял, брат. Ага. На ножах, let's go. Брат, давай. Давай на ножах. Давай, брат. Давай, брат. Сюда, сюда, родной. Сюда. Рано тыкнул. Рано тыкнул. Но я все равно побеждаю, брат. Какая разница? И что, мышка, чтобы пикать? Пи-пи-пи-пи. Я не так. Вот так вот. Опять без скина. Да ё-моё! А, фу! Вообще неуважение. Не буль меня, не буль. Вообще не буль-буль-буль тебя, понял? Да не буль! Осуждаем буллинг, дурак! Осуждаем, конечно, осуждаем, брат. Я на самом деле только на камеру тебя булю, а в реальной жизни мы же с тобой лучшие друзья, ты что? Да, но я маме расскажу, что ты меня забулил. Ну не говори, пожалуйста, маме. Хорошо. Она моей маме скажет. Если ты проиграешь, тогда не буду говорить. Не говори, пожалуйста, маме моей. Никому не говори, блин. Я тоже расскажу. Меня на руках отберут телефон. А нечего было, надо было нормально, по-честному играть. Ты офигел? Настик, я тут притаился! Ты чё, брат, присел? Я даже звуков не слышал твоей ходьбы! Потому что орал сидел. Чёрт возьми, вот ты, конечно, да. Брат, ну ты проиграешь, ты понимаешь это? Думаешь, я проиграю? Ладно, давай я тебе дам один шансик. Один шанс даю. Брат, да я и без твоего шанса выиграю тебя, понял? Тебя умоляю, брат. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю, ты, Раш. О, Салэм! Салэм, бро. Классно выглядишь. Спасибо, бро, ты тоже ничего. Спасибо, я знаю. Понял тогда. Что я сексу? Блин, я тебе дроп нормальный дал. Может, повезти тебе, конечно. В смысле повезти? Ну, потому что ты не умеешь играть по-другому. Я не умею. О, вот это было нехорошо. Брат, чё, выходи. Что, брат? Чё, прятаться будешь, реально? Нет. Я буду... Да ну как ты ходишь? Я не пойму. Дефай, брат, или нет? Быстрее. Дефай. Реально? Ты ж проиграл. А ты не успеешь, дядь. Кто-то дефай, тот лох. Ладно, один шанс.
Последний, брат, последний. Брат, потому что ты не лох, правильно? Ты красавчик, ты мужик. Потому пацаны, что мы все братья, слышали? Настоящие. Все. Только по все на слышали? Один раунд, но на один все раунд. Все видели, Раш не лох. Теперь. Если ты хочешь выиграть, тебе не получится ничего, иди в жопу. Ладно, дам еще один шансик. Ну хорошо. Так, а что я тебе скидывал, а что не скидывал, я уже забыл. Я уже просто так легко, я уже так, ну, не чувствую тебя, поэтому, как бы думаю, ну ладно, ладно, пусть парень, ну как бы, хочет, если, ну пусть выиграет, ладно уж, понимаешь? Брат, ты зря мне дал второй шанс. Думаешь? Думаю. Думаю, ты мне зря дал второй шанс. Так, а что я тебе оставил? А, блин. Ты мне оставил очень хорошее оружие. Ладно, ладно. С которым я профессионал, к слову. Понял, ладно, хорошо. Ты опять сейчас из какой-то жопы вылезешь. Не знаю. А ты где? Братик. Вот иди. Стынь. Иди сюда. Но! А ты что, попадаешь? Нет, мальчик. Брат, я забыл, как в эту игру играть. Я забыл, что надо было попадать, блин! Ну, конечно, я думал... ты целыми днями в Mobile Legends играешь, блин! Надо же тренироваться и в Stand-up 2 играть! Нужно тренироваться, братанчик. Ну что, Рашик, ты меня выиграл, как говорится. Yes. Жестко. Это я, да. Парни, это жесткий ставьте игрок. Ставьте лайки за такую игру крутую. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал Раша по ссылочке в описании. Ну а у микрофона был Веля, со мной сегодня был Раш. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи. Пока, ребята.